Котельная в Горках Вторых стала уже не первым подобным объектом, построенным за последние годы. В декабре 2014-го здесь уже запустили сооружение мощностью 30 мегаватт. Однако на этом развитие инфраструктуры не остановилось. Для Горок Вторых это знаковое событие. Мы большие деньги вложили в развитие поселения, в развитие инфраструктуры поселения. Это вторая котельная, которую мы здесь открываем. И жители очень довольны, рады. И большой запас по мощности для дальнейшего развития этой территории. Микрорайон из нескольких домов перешел в собственность муниципалитета от Федеральной службы охраны. Здесь проживает 68 семей. Эти дома фактически отрезаны от основной территории поселка, где в 2014 году сдана в эксплуатацию и построена новая котельная 30 мегаватт. Каждую зиму жителям микрорайона приходилось утепляться не только перед выходом на улицу, но и у себя дома. Теперь это в прошлом. Буквально вот сегодня на открытии подходили жители соседних домов и говорили о том, что за 16-20 лет проживания они в первый раз в эту зиму выходили дома в халатах. До этого всегда приходилось тепло одеваться, потому что не хватало мощности и тепла для обогрева квартир. Новая котельная, открытая в поселении Горки-2, отвечает самым современным технологическим и экологическим требованиям к подобной инфраструктуре. А что наиболее знаменательно, здесь, на этом объекте, не работает ни одного человека. Вся работа абсолютно автоматизирована, а данные отправляются непосредственно в головной центр. Новую котельную построили в рамках подпрограммы энергоснабжения и повышения энергетической эффективности на территории Московской области. Рублево-Успенское шоссе разделяет горское поселение. Дорога осложняет прокладку коммуникаций. Если говорить про эту часть территории, то на этой котельной, помимо жилых домов, которые нам перешли от Федеральной службы охраны, здесь еще много социальных объектов, которые также обеспечиваются именно этой котельной. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, районные власти продолжают развитие жилищной инфраструктуры в поселениях. Открытие котельной стало хорошей новостью в разгар холодной зимы. Святослав Савенков, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцово».